Ну что ж, господа, скоро у нас будет Новый год. А под Новый год всем приятно дарить подарки. Но самый лучший подарок — это, конечно, квартира. Но если что-то не получилось, то вам почему бы не купить машину? Кстати, если вы думаете, что машина — это слишком дорогое удовольствие, абсолютно неправильно. Приезжайте сюда, в салон Best Auto, на Магнитную 111. И покупайте себе машину, которые не подвержены нашим инфляционным процессам, потому что здесь машины продаются БУ. Но какие здесь машины, они очень шикарные. И я вам честно скажу, что к продаже всех этих машин хозяева относятся с большим удовольствием. То есть вы никогда не купите себе фуфлень. Здесь вам сделают все, что вы хотели бы. А если нету денег, то почему бы нет? Вам предоставят и кредит, и вы уедете на своей замечательной новой машине. Новой. И даже не надо говорить, потому что эта машина в лучшем состоянии, чем то, что вы покупаете в дилерских центрах. Итак, по сути, мы хотим приобрести автомобиль. Мысль грамотная и мысль нужная. Вот только где его купить? Так, чтобы можно было бы посмотреть со стороны. Ну где? В холодных зимних условиях нашей зимы? А кому это надо? Прокачать, посмотреть, прицениться. Вот честно, зная о том, сколько у нас зима, проще его купить не на базаре, а в нормальном торговом магазине. Best Auto, где машины есть и для вас. Какие здесь машины? Скажите, пожалуйста. Хорошие. Вот сколько ездил, искал, вот остался в хорошем впечатлении. Присмотрел одну, вот, очень доволен состоянием. То есть оправдывает за потраченное время. Спасибо. А ну какая лапонька, а? По идее, любые машины. Для вашего, кстати, не самого большого кошелька. Потому что, посмотрите, цены как были с момента открытия, так никуда и не делись. Я, конечно, понимаю, что вы хотели бы, а не получится. Хочется воткнуть ценники, так вот на новые. И пожалуйста, но здесь идеальные и БУ. Причем за БУ то и смотрят. Взяли машину, внимательно посмотрели, прокатились, посмотрели, что внутри. Отремонтировали или заменили, и вы ездите. То есть вообще никаких проблем-то и нет. И кстати, если маленько и не хватает, или хотите просто купить, да все легко-то и делается. И еще один вариант. Это правильно. Хотите машину продать? Приезжайте сюда, заключайте договор, и за мизерную сумму вы свою продаете. И продадите. К слову о том, кто не хочет мерзнуть, вот вам сюда-то и дорога. И, естественно, возникает вопрос, да? То есть мы же хотим кредиты, потому что и кредиты были то, чем мы занимались. То есть сейчас какие-то возникают проблемы. Есть ли у вас кредиты для покупки ваших автомобилей? Кредиты у нас доступны. Всего по двум документам. Паспорт, водительское удостоверение достаточно. Также мы предоставляем кредиты без первоначального взноса. То есть вы можете прийти, выбрать любое понравившееся транспортное средство. Мы вам рассчитаем, подадим заявку, рассмотрим в течение часа, без первоначального взноса. Давайте еще немножко объясним, что как бы мы говорим о машинах, которые не попали под замечательную ценовую категорию, потому что доллар вырос, а машины также и остались. Все верно. У нас есть машины, то есть начиная от 100 тысяч, то есть самые такие бюджетные машины, и уже такие уж, как говорится, премиум-класса, которым по полмиллиона. Это. Опять же, наши банки тоже могут предоставить кредит на данное транспортное средство, пускай даже им уже, как говорится, по 5, по 7 лет, однако на 5 лет мы можем дать без первоначального взноса кредит. И про меня, ну пожалуйста, ничего не говорите, просто у меня хобби такое. Но первоначально все машины покупались в кредит. И да, у меня это было, да и будет далее. Теперь вопрос-то другой, насчет обмыва. Извините, но это надо сделать. И даже если вы не пьющий, то компания пивунов-то у вас есть. И проставится необходимый вопрос, где? И погодите, давайте все-таки определимся с местом. А то и Новый год встречать-то где? По сути событий, нужно грамотное помещение. Большое. Потому что погуляв, хочется и размяться. А это, извините, танцы. И к слову о меню. Да так, чтобы было, как и ранее, безо всяких там косяков. И посмотрев интернет и поняв, что по сути я говорю правду, а как бы и не ресторан «Султан». И вот теперь возникает вопрос из разряда банальных. Сколько этих мест? То. Но оптимально это «Султан». Отремонтированные корпуса
и да вы посмотрите, как все сделано. Да и цены-то не кусаются. Какие они были, такими-то и остались. Но извините, правильно сделано. Сделан нормальный ресторан, в котором места больше, чем где-либо. Ну и то, что вам необходимо, это центр города. И даже такси из центра это в разы дешевле. Ну и о чем мы говорим-то? Так вот, сейчас для вас Султан это то, что нужно. Все замечательно, все вкусно и недорого. И это центр города, как я вам уже и говорил. И где бы вы хотели отпраздновать Новый год? К слову о том, где вы хотели бы обмыть свою новую машину. Почему бы и не здесь? Кафе Султан. Почему за моей спиной написано «Мы открылись»? Ну потому что, извините, надо было сделать ремонт, а как еще по-другому? Но тем не менее, сюда можно прийти в маленькой компании, в большой компании. Честно говоря, вот тут очень большой, самый большой банкетный зал в городе Магнитогорске. То есть можно реально отдохнуть, реально покушать. И все это, естественно, не напряжет ваш семейный бюджет. По одной простой причине. Мы работаем исключительно для вас. И кафе «Султан» работает тоже. Где все это находится? Как раз напротив торговой галереи «Грант», улица Грязнова, 42D.